Доктор, это же такая классическая песня, да? Вот. Это, наверное, там одна из тех песен, которые могут быть вторым гимном у народа, потому что я знаю, что очень многие эти песни поют. Вот. Но Алия, она очень была очень неестественная, очень чистенькая, открытая такая. Поэтому она это сделала, конечно, очень здорово. Я думаю, что крымские татары тоже с ней гордятся. Естественно, я в шоке. Я не думала, что я пройду, но я в суперфинале. У меня море эмоций, не передавая. Публика очень тепло приняла нас, поэтому мне было очень приятно петь. Для нас было большим счастьем попасть, поучаствовать в этом фестивале, а победить для нас, ну, это победа, первое место для нас это больше, чем победа. Спасибо всем. Демек были ярышка, келмегіміз барса да, жаңылы сестағы сес балаларымызны, өле бұйық саналарға шығармақ.